Новая информация по делу о нападении боевиков на пост ДПС в Подмосковье. Мужчины отправили видео своему куратору, который руководил нападением. И вот теперь правоохранители вышли на след. Ролик был отправлен в Турцию. Спецслужбы смогли установить IP-адрес, на который ушло письмо с видеозаписью. Почтовый ящик был открыт для просмотра этого письма с компьютера, расположенного в цифровой группе, которая принадлежит провайдеру «Тюрктелеком». Что любопытно, сразу после того, как они отправили видеообращение своему куратору в Турцию, молодые люди разбили ноутбук, с которого отправляли, и мобильный телефон, через который выходили в сеть. Но это не помогло замести следы. Напомним, что 17 августа двое боевиков с топором напали на пост ДПС подмосковной Балашихе. В результате двое полицейских были госпитализированы, один из них впоследствии скончался. Оба нападавших были ликвидированы.